2 июля, 17-й год, Харьков, Свято-Азарянский храм. Да, но меня интересует вид на Полтавский шлях. Больше 100 лет, по-моему, этому храму. Погода, слава богу, милосерднее к нам стала. Не то чтобы совсем жара спала, но по крайней мере нет этой дикости температурной, когда при вдохе золотые зубы плавятся. Третьи сутки обещают нам ливень, третьи сутки его нету. Ну и слава богу. Какой пейзажик. Успенский собор. Полтавский шлях. Лестница к УЗПИ. А вот уже запрещенная нынче георгиевская лента. В общем, красота. 2 июля, 17-й год, Харьков.